Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Как начинается ваше утро? Наше с поля. Все, мы выходим на посадку, садим ранний картофель. Короче говоря, с ТикТока мы полностью ушли, теперь заходим в YouTube, так что смотрите нас, подписывайтесь. Что скажешь, Дмитрий? Все новые видео будем выкладывать в YouTube и в нашем Telegram-канале. Основные платформы будут эти, еще мы есть в Яндекс.Дзене, но он только развивается, так что, если хотите нас смотреть, смотрите в YouTube. Да. В Телеграме. Поэтому теперь мы будем появляться чаще в YouTube, видео будут подлинней, может быть, поинтересней. Можете написать, что бы вы хотели видеть. Может быть, мы какое-нибудь видео специально для вас будем снимать. Какое-нибудь по ремонту, по посадке. Ваши пожелания озвучивайте. А если они скажут, чтобы ты сплясал голеньким на поле? Нет. Я некрасивый. Нет, я красивый. Вот наше поле. Все, Андрей, от них. Дим, возьми удобрение. Все. Вчера у нас сажалка сломалась, немного прогон не дошли, поэтому сейчас трактор сдает назад и будем досаживать пару рядков. Дмитрий Викторович, там у нас газон, ранний картофель, удобрение. Опять какую-то химию насыпал. Да сразу скажут химию. Давай залазь, покажем людям, как Дмитрий Викторович садит картофель. Утки. О, точно, видели косяк. Юрий Владимирович тут у нас готовит технику, подготавливает. Что-то соляру сливает, наверное, опять. Ты что, уже засыпал? Ты смотри аккуратней. Получил. Вот так вот. Все, давай, залази. Давай. Все. Давай, давай, залазь, залазь, залазь. Вот так у нас садится человечек. И аккуратненько, чтобы не обломать росточки. Ложит. Куда ее ложит? Вот сюда ложит. Ну, как? Все нормально, дело идет. Отлично. А что вы делаете? Картофель садим. Садим аккуратно, чтобы росточки не ломались. Смотри, как в ямочку ложится картошечка. Аккуратненько, с росточками. Не в ямочку, а в луночку. Едь сюда, умник. Андрей Андреевич, а что такое лунка? Лунка? Я отвлекаю на плот. Я забыл. На плот, говорю, отвлекаю, пускай работает. Это в гольфе, я знаю. А, точно, в гольфе лунка. В гольфе лунка есть. А рыбаки куда рыбачат? Вот, кстати, да, зимняя рыбалка. У нас конкурс. Играем в слова. Отсадили его столько, вот столько. Вот поле наше, где деревья начинаются. Там у нас поле и заканчивается. Дмитрий Викторович сейчас семенной добавит еще, чтобы не возвращаться, не бегать. И все, едем дальше в путь. Канал у нас называется ЛПХ Компири, поэтому подписывайтесь, ставьте репосты. Как репост ставить в Ютубе? В Ютубе? Я тоже не знаю. Но ставьте репосты, лайкайте. Учите нас. Че тебя научить? Ты картошку таскай, учите его. Какая хорошая. Росточки. Да. Вот Юрий Владимирович, наш любимый, дорогой. Извините, пожалуйста, сейчас опять получим. Ты заметил, сегодня даже в хорошем расположении духа. Не, ну да, он чуть-чуть, сегодня чуть-чуть матерится только. Все, вот залазит наш космонавт. Все, готов? Пристыковывайте свою жопу на место. В полет. Все, сел. Все, мы поехали. Дмитрий Викторович, ну вообще расскажите, как это вы решили заняться картофелем? Приехал ко мне друг и говорит: слушай, в магазине видел цену на картошку? Дорого. Давай, говорит, брать дешевле. Я говорю, как?
Там, говорит, у моего друга есть, говорит, еще 15 гектар, говорит, земли. Давай, говорит, садить картошку. Будет, говорит, дешево. Дадим дешево всем. Сам, вот давай, вот сам давай всем дешево. Короче, мы в 19 году 4 друга решили, занялись. И теперь до сих пор выращиваем картофель. Давай заново. Нет, заново уже не будет, будет как будет. Вот у нас, смотрите, с полей какой вид на сопке. Выращиваем мы в селе Черняево, это 100 километров от Хабаровска. Техника у нас вся старенькая, СССРовская. Поэтому частенько происходят поломки, как и в данный момент. Главное в такие моменты не лезть под руку, Юрий Владимирович. Да, потому что в последующих видео будет немного матов от Юрия Владимировича. Частенько встречаться. Поэтому как-то так. Сегодня должны отсадить газончик. Ранний, будем надеяться. Так что вот такая красота. Не забывайте подписываться. Потому что теперь видео будут в Ютубе выходить чаще. С ТикТока нас удалили. Было 230 тысяч подписчиков. Теперь надо в Ютубе нагнать. Не нагнать, а надо, чтобы людям было интересно, и они сами нагнать. Подписывались. Все, Дмитрий Викторович у нас сейчас будет заливать соляру. Давай быстренько. Раз, сейчас Юрий Владимирович тебя вломит. Давай. Сейчас люлей получишь. Разлил. Прошу вас. И глаза ему. Балконист. Где вас таких нанимает, ебаный в рот, Дима? Уйди оттуда. Зато смотри-ка. Смотри, какой у тебя нога в соляре вся нахуй. Ебаный в рот. Кто нас учил заливать, как соляру, блядь? Кто ж так заливает, блядь? Так вот, ты низ доберешься, ты ни брызгов нету, и нихуя. И заливает романтично. У тебя тоже тыкер. У меня хоть не на ногу, блядь. Понял, это специально для видео. Да вот так стаканист заливается, она не плескается и нихуя не делает. Здесь тоже не плескается. Теперь бери ее обратно, неси. Так, ну все, мы пообедали. Сейчас мы отправляемся дальше на посадку картофеля. А Владимирович пока у нас пашет второй огород, мы тоже его будем использовать под ранний картофель. Здесь земля хорошая, поэтому как раз под ранний здесь его и засадим. Да, Дмитрий Викторович? Мы с вами согласен. Мы нашей техничкой только что чуть не разбили личную машину Дмитрия Викторовича. У технички сказали тормоза. Давай мы это видео выкладывать не будем. А то мне еще ноги нужны. Моя супруга будет очень рада этим. Надюха, привет. С приусом все нормально. Техничка тоже живая, Юрий Владимирович. У меня до сих пор руки трясутся. Первая, не последняя жизнь. А тут у нас полста, второй так и пашется. На пахоте сегодня. Кузи работает за всех. 76-й год. Уже почти полста лет трактору. Что он там замеряет? Раз, два, три, четыре гектар. Раз, два, три, четыре гектар. Так что сегодня работаем. Че, вы хотите? До упада? Да у нас каждый день до упада. Солнце еще далеко. Ладно. Время 6 вечера. Мы в полях. Идем на разворот. Еще на один круг. Смотрите, какие тучки. У нас все затянуло. Оно скоро, наверное, ливень бахнет. У нас Юрий Владимирович там. Мы сегодня газончик точно отсадим. Да? Короче, половину запланированного раннего сегодня мы отсадим. Еще останется такой же газончик, грубо говоря, еще день работы. И ранний в этом году заканчиваем садить. Потом у нас пойдет осенний, уже будет другая сажалка, покажем вам. Осенняя будет уже в конце. Как погода даст. Все будет зависеть от погоды. Так что все, мы садимся. Давайте всем еще раз подписывайтесь, лайкайте, репостите. Все, всем пока.
Короче, друзья, вот такая у нас ситуация. Все ползают раком, боком. Все ищут обручальное кольцо Дмитрия Викторовича. Обручальное кольцо. Он случайно. Нашли обручальное кольцо на поле. Я думал, я еще пиво, я выиграю. Да. А я думал, мы его сегодня на дискотеку повезем. Карманчик. Нельзя мне на дискотеку. Я женат, я же не люблю. Так я пошутил. А я нет. Вот так. Потерял Дмитрий Викторович кольцо обручальное. Ходили, лазили его рачком. Не снимай меня, у меня там высыпано. Фу, блохастик или лишайник, или как тебя там еще. Ну-ка, давай, проходи. Мужчина в самом рассвете. Вон, смотрите, он лысый сверху. Ну что, вот и все на сегодня. Хорош. Все, газончик пустой. Время 19:00. Ну вот и все. Работу на сегодня закончили. Юрий Владимирович чистит сажалку. Проверяет соляру, чтобы завтра трактор нас не подвел. Мы пока завели газончик. Ждем, пока подкачаются тормоза. Так что на сегодня все, друзья. Давайте до завтра. Еще раз повторю, подписывайтесь. Всех вас ждем.